Зовут меня Шопик Сергей, заместитель директора по клиентингу сети кафе «Гараж», Минск, Беларусь. Моя тема посвящена была модели программы лояльности «Раз», ну и в двух словах попробовали рассмотреть, как вообще оценивать ее эффективность, и когда мы можем называть ее эффективной, когда все-таки это более самообман, нежели, ну, можно говорить о какой-то лояльности. Понравился блок по, в принципе, по лояльности, что касательно email-маркетинга, ну и выступления там, где были, ну, практические кейсы, выступление мозгового, тоже, опять-таки, было очень интересное. Третий блок был для меня достаточно новый, это по поводу, ну, учета наличных средств в ритейле, но, тем не менее, достаточно интересный, так, пару мыслей не совсем касательно лояльности, но для размышления, там, для улучшения работы дал. Формат очень понравился. Честно говоря, в первый раз такое встречаю, когда, особенно если взять все блоки, все выступления спикеров, она вот как будто бы каждый спикер дополняет другого. То есть и тема там начинается с чего-то глобального и постепенно развивается и расширяется с каждым выступлением. Это здорово. Ожидание – это обмен опытом в любом случае, то есть тем более, когда идет обмен опыта все-таки страновой, то есть я сам из Беларуси, здесь в основном российские компании, то есть это в любом случае здорово, то есть вот за этим обменом опытом и ехал. Никогда не оставаться на достигнутом и все-таки, может быть, чуть-чуть больше кейсов, потому что, наверное, в полной мере кейсов не хватало, хотя в остальном все было, ну, просто замечательно. Коль уж я кручусь, собственно, в теме клиентской лояльности и программ лояльности, соответственно, ну вот этот блок, может быть, хотелось бы увидеть более широко представленным.